Обновление оборудования проходило в рамках льготных иностранных кредитов. На него потрачено 13,5 миллионов долларов. С его вводом в эксплуатацию значительно улучшилась работа по экстренным вызовам на 101, 102 и 103. Швейцарские камеры работают хорошо, поэтому мы можем выдать видеозаписи очень хорошего качества. Они могут работать и в 45-градусный мороз, а в Дархане установлены камеры из Тайваня. Благодаря этому оборудованию мы ловим даже карманников. Наши сотрудники выявили уже 40 подобных преступлений. Под этот полицейский наблюдательный центр в рамках проекта было построено новое здание свыше 1800 квадратных метров. Здесь работает 5 разных отделений и 3 спецподразделения. Аналогичный проект, только меньших масштабов, реализован в городе Дархан. В Дархане установили подобные камеры в общей сложности на 1,5 миллиарда тугриков. Камеры работают хорошо, и скоро мы поедем, чтобы познакомиться с результатами их использования. Технологии улучшились, но человек есть человек. В этом современном центре на самом деле острая нехватка кадров. Как только один сотрудник уходит в отпуск или на больничный, то его коллегам приходится работать в 3 смены. Для улучшения работы этого центра нужно внести в госбюджет пункт об увеличении штата сотрудников. Рук, как и глаз, в нем не хватает. Что касается камер, то они действительно хорошего качества. Можно делать даже фотокарточки. За время работы камер наблюдения по горячим следам раскрыто много преступлений и дорожно-транспортных происшествий. Кстати, депутаты критично относятся к работе полицейских, стоящих на морозе. Следующей целью их инспекции станет дорожно-постовая служба полиции. Денсма, Станислав Хазагаев, Энгбелек, Аист, Монголия.